Евгения Гуцул победила на выборах Башкана Гагаузии. По предварительным итогам второго тура, состоявшегося в минувшее воскресенье, кандидат от партии ШОР набрала наибольшее количество голосов – 52,36%. Ее оппонент Григорий Узун, поддержанный ПСРМ, набрал 47,64%. Утром 15 мая Центральная избирательная комиссия Гагаузии подвела предварительные итоги второго тура выборов на пост главы автономии. 27 376 избирателей проголосовали за Евгению Гуцул, за Григория Узуна – 24 913. В течение 72 часов, то есть до 17 мая 21 часа, Центральная избирательная комиссия Гагаузии представить апелляционной палате Камрад документы, необходимые для подтверждения законности прошедших выборов. Десятидневный срок после получения документов от Центральной избирательной комиссии Гагаузии апелляционная палата Камрад рассматривает их и выносит по ним решение. Евгения Гуцул поблагодарила за поддержку своих сторонников, а также всю команду партии ШОР. На первым делом хочу поблагодарить жителей Гагаузии, то, что они вышли сегодня на избирательные участки, проголосовали, поддержали нас, нашу команду. Они доверились нам, и мы обязательно оправдаем их доверием. Хочу поблагодарить нашего лидера Илона ШОР, который доверил мне такой пост. Предвыборная кампания, конечно, была сложной. Конечно, когда после победы в первом туре действующая власть начала давить на нас, на нашу команду, на наших жителей Гагаузии, которые поддерживали. Избранный Башкан отметила, что за 30 лет в Гагаузии не произошло значительных перемен, но с ее победы в регионе начнется новая жизнь. В нашей Гагаузии за 30 лет очень мало что было сделано. А мы в своих силах уверены. Мы знаем, что нас ждет много работы, но мы справимся. Мы хотим внедрить здесь проект по поводу того, чтобы возвращать граждан обратно домой. Также немаловажно, что у нас в период предвыборной кампании просили жители Гагаузии. У всех одна и та же проблема – это плохая вода, нет канализации, не развита инфраструктура. Ну и, конечно же, как мы уже и обещали, это инвестиции в размере 500 миллионов евро. Мы откроем предприятия, два крупных предприятия. Мы возобновим работы старых, которые не работают, предприятия уже давным-давно. С победой на выборах Евгению Гуцул поздравила действующий Башкан Гагаузии Ирина Влах. Поздравляю Евгению Гуцул с победой во втором туре выборов Башкана. Народ Гагаузии оказал вам доверие и ожидает от вас слаженных действий, направленных на сохранение мира, стабильности, объединения гагаузского общества, развитие нашей автономии и выстраивание конструктивных отношений с центральными властями. После того, как были объявлены предварительные итоги второго тура выборов, кандидат на пост Башкана Гагаузии Григорий Узун сделал заявление для жителей автономии. Он отметил, что уважает выбор, сделанный избирателями, и поблагодарил всех, кто поверил в него и в его команду. Отметим, во втором туре выборов Башкана Гагаузии приняли участие чуть менее 53 тысяч избирателей. Это означает, что явка составила 54,6%.